ջերուցում, ուրեմն իդեալ։ Ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի եթերում Մեհրաբյան օնլայնը, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր քննարկումը կշարունակենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների շուրջ տեղի ունեցող մի քանի զարգացումների հետ կապված։ Ադրբեջանն այսօր նշում է հաղթանակի օր և դրա կապակցությամբ հանդես է եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, իդեպ նա Բուդապեշտում չի գտնվում, որտեղ գտնվում է Փաշինյանը, այդ եվրոպական քաղաքական ընկերակցության գագաթնաժողովին։ Ալիևը գերադասեց մնալ Բաքվում եւ ինչ-որ ճառով հանդես գալ եւ այնտեղ սպառնալիքներով լի, այսպես մի քիչ էլ գլուխ գովան հայտարարություններ արեց Հայաստանի հասցեին, կապված այն բանի հետ, որ Հայաստանը զինվում է, իսկ դա Հայաստանին զինում են, նույն ինչ որ Ռուսաստանի այդ արտաքին հետախուզության ծառայություններ, հա, Հայաստանին խելք սովորեցնում, թե Միացյալ Նահանգները եւ Արևմուտքը Հայաստանին տանում են ազգային ինքնասպանության։ Մոտավորապես նույն բանով, նույն թեմայով էլ խոսում էր Ալիևը։ Եվ բացի դրանից էլ երեք Շաֆիև ազգանունով մի փորձագետ, ով գլխավորում է մի վերլուծական կենտրոն, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող, եւ նա ասաց հետեւյալը, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանակցային գործընթացում չհամաձայնեցված կետերից մեկն է, դա եվրոպացի դիտորդների գտնվելը Հայաստան, ինչը որևէ տրամաբանության մեջ չի մտնում եւ դա այն հարցը չէ, որ պետք է Ադրբեջանը այստեղ դիրքորոշում ունենա, սա Հայաստանի եւ Եվրամիության որոշելիքն է։ Այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք, եւ անհրաժեշտ է մանավանդ Թրամփի ընտրության ֆոնին հասկանալ, ուր է գնում պրոցեսը։ Այս նպատակով ես Նիդերլանդների թագավորությունից ադրբեջանցի վերլուծաբան եւ կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսին եմ հրավիրել մեր տաղավար, ում սիրով ուզում եմ ողջունել եւ ներկայացնել։ Наш гость сегодня из королевства Нидерландов, азербайджанский конфликтолог Арիֆ Յունուս. Приветствую вас, господин Յունուս. Спасибо, что приняли моё приглашение. Добрый. Господин Юнус, Алиев выступал сегодня по случаю праздника Победы, введенного с 20-го года или с 21-го года. Опять-таки, это были заявления в его речи, содержащие угрозы, содержащие вмешательство во внутренние дела Армении, попытка пресечь реализацию суверенных прав Армении на своей территории. О чем весь этот разговор? Почему это делается? И это делается только для внутренней публики или как еще это понять, на ваш взгляд? Честно говоря, я не вижу ничего такого нового выступления Алиева. Он точно так же говорил и несколько месяцев назад, и год назад, и два года, практически в последнее время выступает в одном и том же ключе. Обвиняет, скажем, Запад в поддержке Армении, в исламофобии, там, в азербайджанофобии, еще в каких-то грехах. Говорит, что угрозы в адрес Армении и так далее. Это, в общем-то, стандартный набор для его выступлений в последние годы. Вот если бы он выступил бы иначе, если бы его риторика была бы более миролюбивой или, скажем, более конструктивной, это было бы интересно. Вот это мы должны были обсуждать и пытаться понять, что же произошло. А так я бы не сказал, что такое же новизна в его выступлении или есть какая-то сенсация. Это стандартно.
она направлена, конечно же, и на внутреннюю аудиторию, безусловно, такой день сегодня, естественно, да и вообще выступление, в первую очередь, обращение на внутреннюю аудиторию. Но не секрет, что у Алиева в последнее время, мягко говоря, плохие отношения с западными странами. В первую очередь, с европейцами, с американцами. Уже год как, ну, не заладились, скажем так, мягко говоря, отношения с администрацией Байдена. Правда, в Азербайджане возлагают надежды на Трампа, хотя через какое-то время тоже будет такая же риторика, может быть, не в такой форме. Все-таки Трамп не Байден, там могут быть, может, его действия непредсказуемы в этом плане, чем, скажем, Байдена. Но в любом случае, отношения Азербайджана с западными странами, мягко говоря, сегодня плохие. Это однозначно. И вот эта вся риторика, и тот факт, что, скажем, он сейчас не поехал в Будапешт, ну, потому что это инициатива Макрона, все это, и вот это месседж также и западным странам, что он крайне недоволен тем, как они, с его точки зрения, помогают всячески Армении готовить ее к войне против Азербайджана. Это, в общем-то, стандартная для Алиева риторика за последнее время. Господин Юнус, обращает на себя внимание еще то, что азербайджанский эксперт по фамилии Шафиев, возглавляющий какой-то аналитический центр, который, ну, аффилирован тесно с администрацией президента Азербайджана, сделал заявление, сообщение о том, что он знает, по каким пунктам не договариваются Армения и Азербайджан. И один из этих пунктов – это вопрос европейских наблюдателей, да, и Азербайджан требует их вывести из Армении. Естественно, Армения с этим не соглашается, естественно, Армения с этим не будет соглашаться, но интересно и то, что Армения и не хочет этот вопрос публично обсуждать, да, делать из этого, ну, скажем так, скандал, да, если Азербайджан такое предлагает. И если действительно эти пункты, которые, ну, исходя из соображений дипломатической конфиденциальности, они не оглашаются, но тем не менее, он эксперт, и он, скажем, в этом плане может себе позволить многое. Как вам кажется, с чем мы имеем дело? И особенно на фоне вот заявлений вот ведомства Нарышкина, которому также не нравятся эти наблюдатели в Армении. И сегодняшние заявления Алиева, они также коррелируют с этим вот нарышкинским текстом о том, что Соединенные Штаты ведут Армению к национальному самоубийству там в таком роде. Вопрос действительно интересный. Я его сам здесь недавно в середине октября в Праге был форум. В 2000 там как раз одна сессия была посвящена взаимоотношениям Армении с странами с Евросоюзом и проблемой интеграции. Господин Гаркарян выступал. Я тоже ему тот же вопрос задал. Он тоже, конечно, не ответил так же конкретно. Это понятно. Все-таки по дипломатическому этикету нельзя разглашать многое публично из переговорного процесса, это понятно. Но мы-то, как вы сказали, как на экспертном уровне, мы можем себе больше позволить, чем, скажем, официальные персоны, связанные с дипломатией. Да. Понятно, что это переговорный процесс, он не связан лично вот с Арменией и с Азербайджаном. Я всегда говорил, что у нас существует два уровня конфликта. Низший уровень – это конфликт между Арменией и Азербайджаном. И верхний уровень – это геополитическая конфронтация между Россией и странами Запада. А вот мы внутри этой геополитической конфронтации. Если бы мы были бы никому не нужны, если бы наш конфликт где-нибудь был бы в Африке там, или в странах Азии, где нету никому дела, я вас уверяю, мы давно проблему свою решили. Но именно потому, что наша проблема тесно связана с конфронтацией. Вот там Россия с одной стороны, Запад с другой стороны – это дает о себе знать. Это не проблема, скажем, европейских наблюдателей. Европейские наблюдатели – это лишь повод,
чтобы выразить недовольство. Попросту говоря, проблема заключается в том, что каждая страна, Армения, Азербайджан, четко выбрала для себя ту страну, на которую она ориентируется. Азербайджан выбрала Россию, полностью опирается на Россию. Армения выбрала западные страны, европейцев и США. И Азербайджан отказывается участвовать в переговорах на западных площадках, в Вашингтоне или Брюсселе, ну или где-нибудь там, неважно, в Европе. А Армения отказывается также от таких серьезных переговоров на российской площадке. Ну, не обязательно в России, но, скажем, СНГ где-то. Вот и вся проблема. Если Армения, скажем, усиливает свои отношения с Западом, в данном случае, скажем, пригласила наблюдателей, отказывается от всяких действий со стороны ОДКБ, это вызывает, естественно, ответ на раздражение Кремля. А вот это раздражение Кремля осуществляется руками Азербайджана. Поэтому переговорный процесс – это не проблема недовольства наблюдателями. Это просто проблема недовольства Кремля тем, что у Армении другой курс. Армения не опирается на Россию. Армения связывает свое будущее, свой суверенитет не с Россией, не с ОДКБ. Наоборот, там серьезные проблемы. Вот и все дела. Проблема ориентации, скажем так, политической ориентации стран Армении и Азербайджана. Вот все дело. Господин Юнус, и поговорим о контексте, да, всего этого происходящего. Естественно, контекст образующим является, ну, такая вот сокрушительная победа Трампа на вот выборах 5 ноября. А для демократов это, конечно, электоральная катастрофа. И вот мы имеем избранного президента Дональда Трампа, имеем республиканский контроль над Сенатом, скорее всего, контроль над Палатой представителей тоже. Да, мы будем иметь дело немного с изменившейся иерархией приоритетов американской дипломатии во внешней политике. И это также в определенной мере будет отражаться на нашем регионе. Не может не отразиться. Как вам кажется, каким будет отражение наше региональное к этому всему, особенно вот в плане перспектив заключения мирного договора, разблокирования коммуникаций, да, формирования вот этого срединного коридора, который будет вне российского, вне китайского контроля и так далее. Прошу. Я бы не сказал, что эта победа была сокрушительной на самом деле. Она была просто победа, не сильно отличается от, скажем, первого прихода Трампа. И там в Америке несколько иная ситуация. Там через каждые 2 года снова будет меняться состав Палаты и представителей. Там многое достаточно сложно, и многое будет в первую очередь связано с внутренней ситуацией в Соединенных Штатах. То есть основная проблема это во многом связана с политикой республиканцев и демократов внутри США. А вот внешняя политика, она опирается на другую стратегию. Она там, в принципе, серьезных перемен не бывает, по большому счету. Ну, посмотрите сейчас. Вот сейчас идет проблема, во-первых, кого назначат сейчас кандидатуру обсуждать, кого будет назначить на ведущие позиции в департаменте, кто будет вице-президент. И мы видим, что там преобладают люди, которые, в общем-то, за санкции против, например. Я не думаю, что будут серьезные изменения в политике, внешней политике США, во-первых. Во-вторых, есть один момент, который мы не учитываем. У американцев в вопросе внешней политики подход, знаете, глобальный. Нет маленьких стран, как Армения, Азербайджан, Грузия. Это маленькие страны. Они смотрят на крупные вещи. То есть для них есть, в первую очередь, проблема, скажем, Китая. Есть вторая проблема – Россия. И есть третья проблема, связанная с Ближним Востоком. То есть американцы подходят глобально. Для них есть, вот я сказал, Китай, Ближний Восток, Россия и Европа. Что делать? Вот это глобальная проблема, да? Например, с Европой это серьезная проблема. Сейчас европейцы об этом думают, поскольку их экономика во многом ориентирована на экспорт товаров, автомобильных и так далее в Америку. Они хотят, Трамп обещал поднять тарифы на ввоз там, автомобилей и так далее.
например, Германия уже прогнозирует потерю доходов в размере 180 миллиардов долларов, если Трамп пойдет по этому пути. Китай второй блок, серьезный блок для американцев. Ближний Восток, Израиль, что будет дальше. Вот это главное. С Россией, безусловно. А вот что касается нашего региона, наших стран, это не предмет. То есть мы не в первой повестке дня. Поэтому я не думаю, что здесь будет что-то серьезное. Я, скорее всего, более это будет продолжена та линия, которая была до этого. То есть будет сделана попытка как-то повлиять на переговорный процесс. Но опять-таки, тут многое зависит от того, как будет складываться отношения администрации Трампа с Путиным. Это тоже момент важный, потому что, например, в России, когда Путин первый раз пришел, когда Трамп первый раз пришел к власти, была такая вот эйфория, что пришел наш Дональд Трамп, да? Да-да, шампанское Трамп... пили, там все такое. Да-да-да. А чем кончилось все? Именно Трамп нанес серьезнейший удар по России в Сирии, откуда он собирался вводить войска. Уничтожили 300 этих вагнеровцев на севере Сирии, нанесли удар, американцы ударили. То есть Трамп оказался не тот, которого принимали. Он человек достаточно такой импульсивный. Допустим, он собирается сейчас, вот говорят, заморозить конфликт в Украине. У него есть свои предложения, сейчас детали обсуждают. Но суть, видимо, сводит к тому, что предложит обеим сторонам заморозить конфликт. Ну, как наш Карабахский конфликт одного был заморожен, да? Линии фронта, вот где остановились, там Украина, там Курская область, а Россия, там Донбассе, все замораживается. А туда направляются миротворческие войска не из числа американских войск, это будет, мол, там уже такие разговоры Польша, Германия, Франция. То есть европейские войска будут между украинцами и российскими войсками, в том числе, кстати говоря, Курской области. Да. Это пойдет и Россия на это. Вот представьте ситуацию, когда Путину предлагается, а он отказывает. Импульсивный Трамп может сделать гораздо жесткие шаги в отношении России, чем, скажем, вот Байден, Байден, который долго не решался, к примеру, да. Поэтому это сложно сказать, спрогнозировать. И если в данном случае, то есть, если Россия усложнит свои отношения с Трампом, соответственно, это отразится на нашем регионе в том плане, что кто ближе к России, тот получит под ударом. Сегодня пока что мы можем одно сказать. Во-первых, до января ничего такого не будет, это однозначно. Байден ничего такого не сможет, вот уже все, процесс прекратился. Значит, надо ожидать, когда придет к власти Трамп. Это значит январь, если что-то будет после февраля, января тоже мало что, после февраля. А к тому времени надо посмотреть, как будут развиваться события на украинском фронте. Пока все неоднозначно, пока что я не сказал бы, что произойдут какие-то глобальные изменения, потому что, повторяю еще раз, если бы наш конфликт был бы только нашим конфликтом между Азербайджаном и Арменией, мы без Америки и других стран сами давно все решили. Но есть проблема России и конфронтация с Западом. Вот это все зависит от того, как будет эта конфронтация с Западом, конкретно Соединенных Штатов, с Россией. Мы внутри него. Поэтому сейчас четко сказать, что будет решен конфликт, подписан мирный договор, скажем, следующий договор, пока рановато. Скорее всего, Трамп попытается, как Байден в прошлом году и в начале этого года, что-то сделать. Вряд ли у него это получится, но попытка с его стороны будет сделана. Как это будет, мы это посмотрим в следующем году. Господин Юнус, вот смотрите, Центральная Азия оказалась в фокусе внимания, в том числе и в контексте восприятия со стороны, восприятия Китая со стороны Запада. И повышение цены сухопутных коридоров, коммуникаций и так далее, в силу того, что происходит в Красном море, это перегрузка Суэцкого канала, пиратство и так далее. Теперь, именно вот вы также назвали, что для Америки, вот как называются ее глобальные проблемы, да, Китай, Россия, Ближний Восток, Европа. И вот из названных вами две большие проблемы, они уже еще до вот этих выборов привлекли внимание
Вашингтона на Центральную Азию. И, в общем-то, эта презентация О'Брайена, Джеймса О'Брайена в Конгрессе год назад и последующие также его публичные выступления именно в этом ключе говорят об этом, что у Америки есть также и геополитический взгляд на вещи. И этот взгляд охватывает вместе и Центральную Азию, и Южный Кавказ, где не должно быть Китая, не должно быть России. Как вам кажется, этот подход, он созвучен мировоззрению Трампа и его команды, которая с 20 января станет управлять Америкой из Белого дома, из Сената, из Палаты представителей? Ваше мнение? Не думаю, что это созвучно взглядом Трампа и его администрации. Угу. Начну с того, что Трамп вообще-то придерживается изоляционистской политики. Так. Так сказать, главное это внутри Соединенных Штатов. А внешняя политика, он бизнесмен, конечно же, он пытается, во-первых, многие вопросы несколько иначе обезопасить американскую экономику от китайских товаров, от других товаров, поднятие акцизных налогов. Он по этому пути пойдет. Что касается вот этой транспортной коммуникации, связи, да, вот, то изначально, честно говоря, вот эта идея, она была немножко для меня лично сомнительной, потому что, ну как Центральную Азию избежать, к примеру, Китая. Когда Китай там достаточно широко доминирует, и вообще это с практической точки зрения немножко странный подход, маловероятно. Скорее всего, наоборот, Китай должен был активно играть роль, и Китай, кстати говоря, предлагал свой этот роль. Он даже строил там коммуникации в этом направлении, проявлял интерес. А, кстати, вообще-то интерес Китая к нашему региону, который еще недавно не был таким, да, сейчас он достаточно последние годы активный, тоже связан с коммуникационными планами Китая. Это скорее Китай пробивает эту дорогу, эту идею пробивает, чтобы вот это шелковый путь, да, старая тема. Но насколько она будет реализована? Пока что вот все это реализация, все это разговоры идут больше теоретический характер, напоминает. Пока что до практических дел рановато. И я не думаю, что Трамп, который объявил курс на то, что не будет тратить деньги американских налогоплательщиков на проекты, которые напрямую не связаны с интересами США, а вот это то, что вы говорите, это как раз из этого числа, то есть он, есть некоторые вещи, которые с точки зрения Трампа, они недостаточно интересны, и туда не надо вкладывать деньги налогоплательщиков. Но одно это напрямую касается таких людей, как я, да, вот скажем. Он еще в первый приход урезал в два раза проекты и финансирование на демократические реформы. Сейчас, скорее всего, эта политика будет продолжена. То есть одно точно могу сказать насчет Трампа, что в его период проблема оказания помощи развитие демократических реформ, в том числе, кстати, в нас в регионе, не будет так активно, как, скажем, при Байдене, а раньше при Обаме. Вот это однозначно. Проекты, вот эти широкие проекты по коммуникациям с участием или против Китая, это также из этой серии. Это что-то большое, и главное, это больше устраивает Европу, чем Соединенные Штаты. Это же коммуникация направлена на Европу. А с точки зрения от администрации Трампа, нас это не касается. Он даже, скажем, решение украинского вопроса тоже хочет без участия Соединенных Штатов. То есть оказать давление на Россию и на Украину, приостановить боевые действия, но ни в коем случае не посылать американские войска туда. Там должны быть войска европейские. Да. То есть подход Трампа несколько отличается от подхода Байдена, как и ранее Обамы. Мы, то есть американцы, не должны быть там, где это нас не касается. И в заключение, господин Юнус, тем не менее, мы видим тревогу со стороны европейцев, и во всяком случае разговор, да, заявление о том, что нужно объединяться и сплачиваться теснее. Нам, европейцам, мы должны брать судьбу в свои руки.
Макрон говорит о том, что Европа не должна быть пространством, где обитают травоядные и куда могут прийти плотоядные и ими кормиться. Да, вот так вот. Как вы видите на этом фоне изменение европейской политики как таковой, ну, во всяком случае, вот ее философию на последующие 4 года, и как, на ваш взгляд, это может отразиться на наши региональные дела и, в частности, на перспективы мира между Арменией и Азербайджаном? Тревоги европейцев, они обоснованы и связаны с тем, что в период первого правления Трампа уже это все проявилось. То есть уже сейчас речь идет о том, что Трамп уже хочет повысить больше тарифы на европейскую экономику, в первую очередь наиболее экономически сильных стран, в первую очередь Германии, Франции, особенно, они связаны с экономикой, с экспортом своих товаров, там, автомобилей и предметов другой технологии в Соединенные Штаты. А если повысятся тарифы, налоги акцизные, то есть это будет удар по экономике, раз. Второе, проблема расширения НАТО и вообще проблема НАТО. Американская администрация хочет уменьшить свои расходы и повысить расходы стран-европейцев. Да. Это тоже вызывает настороженность. То есть европейцы, в общем-то, еще до прихода Трампа говорили, что, в принципе, мы должны быть более независимы. Это прежняя стратегия опоры на Соединенные Штаты, она уходит в прошлое. Да, сейчас был Байден, он несколько иной, но где гарантия? То есть это такие разговоры я здесь в Европе слышал последние, как минимум, 1.5-2 года назад. Я это слышу, да, что, ну, идет Байден, где гарант, что он победит, там, так шли разговор, тогда еще Харрис не была. А если изменится политика американская, то есть мы должны создавать свою сильную армию, первое. Мы должны сами думать о своей безопасности, с учетом того, что Россия здесь, а Америка, она немножко непредсказуемая. Эти разговоры идут давно. Поэтому-то сейчас они только усилились с приходом Трампа. Да, если посмотреть на заявления Макрона, там других европейских лидеров и руководства Европейского Союза, они оптимистичны или, там, скажем, дипломатично говорят, что мы продолжим наши контакты там, и так далее. Ждать серьезных разногласий между Европейским Союзом и США сейчас маловероятно, скорее всего. Ну и того... позитивных, от того, что было позитивное отношение между Европой и США, тоже не будет. Какое-то время будет, знаете, настороженное отношение. Стороны будут выжидать и думать, что делать. Пока что резких движений никто не будет делать. Ни европейцы, ни американцы. Они будут выжидать, будут какие-то консультации, переговоры. Тем более, что, скажем, кризис в Германии сейчас образовался, там тоже много чего неясного. В этих условиях, многое еще зависит от того, как Трамп поведет себя с Россией в украинском вопросе. Это же тоже не ясно, никто же 100% ничего не может гарантировать. Нет. Понимаете, мы сейчас находимся в таком состоянии. С одной стороны, ситуация на планете вообще турбулентна, да, непредсказуема. Там Израиль есть, еще гораздо более серьезный момент, тоже, кстати, беспокоящий европейцев, в том плане, что это отражается. Даже обычные футбольные матчи здесь с участием израильтян тоже вызывает взрыв. А я не говорю о митингах протеста и многое другое. А что будет дальше? Еще один блок, кстати говоря, Ближний Восток. Сможет ли Трамп изменить ситуацию в лучшую сторону? Или наоборот? Ведь, по сути дела, нынешняя радикализация во многом это результат деятельности того же Трампа в предшествующий период. Помните, когда он перенес столицу из Тель-Авива в Иерусалим и предложил палестинцы 25 миллиардов за то, чтобы это согласились. Они отказались там. По сути дела, он спровоцировал радикализм палестинского движения. Фатх отошел в сторону, Хамас укрепился. Что будет сейчас, тоже неизвестно. Пока что мы перед нами, знаете, задачи со многими неизвестными. И мы внутри вот этих проблем. Поэтому сейчас многое зависит от чего. В данном случае, скажем, если Азербайджан четко определился, это Россия. И его будущее связано с будущим американо-российских отношений.
будут они очень хорошими, Азербайджан выигрывает. Станут они очень плохими, Азербайджан проигрывает. У Армении другой подход. Армения опирается на Запад. В первую очередь европейцы, но и с американцами очень хорошие отношения. Дальше как будет? Ну, Трамп пообещал на выборах поддержку армянам и Армении, да? Но Трамп непредсказуемый политик. Что он реально будет делать, это пока никто не знает. Будут много зависеть от того, какие шаги будут у администрации Пашиняна, насколько они будут ювелирно выверены, безошибочные. То есть все-таки Армения не та страна, из-за которой американская администрация будет там что-то делать. Я повторяю, американская администрация подходит глобально. Армения слишком маленькая, это глобально. Соответственно, ситуация в нашем регионе зависит от того, как будут на севере дела с Россией. Ну и на Ближнем Востоке, это тоже важный момент. Это отношения с Ираном и поддержка Израиля. То есть мы сейчас находимся между двумя ударами. Там на севере России, Украина, внизу на юге вот, Ближний Восток, Иран. Пока что сложно предсказать. Я, честно говоря, и сам опасаюсь сейчас делать какие-то серьезные прогнозы. И не очень воспринимаю серьезные такие прогнозы то в одну сторону, то в другую сторону. Я могу одно сказать, пока что до февраля месяца резких движений не будет, это однозначно. А там живем, увидим. Спасибо вам. Спасибо вам, господин Юнус. Хорошо, всего хорошего. Что уделили время нашему эфиру. Всего доброго. Всего доброго. Ага, мы лесецинг мер горцанкерюча Нидерландныриц, адербайджанцы конфликтабан Ариф Юнусин ир дитаркумнеров капвац Хаястан-Адербайджан харабэрюцуннерум верчин заргацумнери ев наев айн глобал пхопохуцан хэт, воро тэви унэцэл Миацал нахангнерум ев айс амэннэл казмумэ айо мер айсорва իրադարձությունների և դեպքերի այդ ընթացքի կարևորագույն համատեքստը։ Կարտադարից հետո կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։